Друзья, эту новость сейчас обсуждает вся страна. Сегодня в 8:30 утра на сайте Московского театра появилась печальная новость. На сцене театра во время спектакля стало плохо известной российской и советской актрисе театра и кино Ольги Волковой. Пришлось вызывать бригаду скорой помощи. От госпитализации актриса отказалась, но ей пришлось уехать домой. Какого она сейчас состояния находится, родственники пока отказываются комментировать, пока больше информации никакой нету. Остается только ждать и надеяться, друзья. Мы будем держать вас в курсе событий. Сейчас мы подготавливаем для вас свежий выпуск с подробностями, который выложим уже завтра рано утром на нашем канале. Будьте всегда рядом, подписывайтесь на наш канал. И до скорой встречи, дорогие друзья.